Новую экологическую политику поддерживает и волонтерское движение «Экодесант». Сегодня добровольцы привели в порядок территорию у 33-го дома по улице Ярославской. По просьбе жителей там снесли незаконные гаражи. Но вот убрать оставшийся мусор оказалось некому. На помощь пришли волонтеры. Ребята разобрали свалку и договорились с управляющей компанией о вывозе крупногабаритного мусора. К уборке присоединились и жители. Хотим, чтобы двор был чистый, дети играли в чистом дворе. Дворники так плохо убирают, да? Здесь ставят машины. Вот просим, чтобы еще привезли крошку, засыпали. Люди сами выходят помогать, и когда на следующий раз мы приезжаем проверять эту площадку, там становится намного чище. Замечаем, что люди сами за собой мусор выносят. И то, что мы даже не успеваем там убрать или осталось загрязненным неподалеку, то люди это тоже выходят и убирают. «Экодесант» побывал уже во всех ярославских районах. В планах на ближайшее время пруд на Индустриальный. Подсказать место, где необходима уборка, могут ярославцы. Перед каждым выездом волонтеры проводят опрос в группе «Экодесанта» в социальных сетях.